Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Мы наконец-то возвращаемся в игрушку под названием Slime Ranch. Извините за задержку и спасибо за поддержку. Так вышло немножко. Да, короче, в общем, мы хотели прокачать наш джетпак, по-моему, если не ошибаюсь. Но что-то захотелось прикупить территорию. Посмотреть. Ну, на самом деле, нужно еще куда-нибудь высунуть наших этих, как его, енот. А у нас еще же было, вау. Да, 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 да. Еще да, была телетушка. Ну, вот сюда-то это, кстати, явно фосфорных типа да, сажать. Да, на самом и деле, всех, кого шаков с ними скрещивают. Сюда нет смысла гонять, но территория сама по себе симпатичная. Ой. И куда-то еще ведет. Вот сюда. Неужто никуда? Ну, как-то обидно да? выходит. Да? Абсолютно обидно, но... А что это за портал у нас? А, это другая территория, как раз, которая да, у нас вот вроде как открыта. Надо. В общем, нам нужно набрать несколько плортов от фосфорников да. и прокачать джетпак и новую территорию посмотреть. И мы на самом деле хотим потом в игру попозже вернуться, когда появится кооператив. Все-таки нас двое, хочется одновременно. Да. Надеюсь, такая возможность появится. Все-таки игра не сильно вроде как отличается от предыдущей части, правильно? Все так, верно. Ладно, сейчас все быстренько сделаем и пойдем уже путешествовать. Так, ну может сюда их поселим? Да, давай. Так, загончик. Сразу, наверное, ага, сразу у нас не хватит на высокие На высокие, стены. Ну ладно, пусть они тусят, не суть как важно. Понятно. Они потусят, Миша, они потусят. Ты их это обратно залови, и надо просто сдать плорты. Тут еще один шалелый до сих пор. Гоняет. То есть, так, соберем тогда с этих всех. Может, уже есть денежки, чтобы повыше построить этим... Заборчик, да. Так, сейчас у нас посмотрим, где еще. Они реально у нас писали, ребята, что зайцы живут ну, здесь. Ну, блин. Так, как еще местечко как раз есть для медовых. Типа, так. пока там со всеми нас скрещиваешь. Вот это у нас еще влезет немножечко. Это уже не влезет. Так, ну, мне кажется, этого достаточно. Я не знаю, сколько там, по-моему, наверное... Вот нам еще клубничку нужно, как любимая еда фосфорников. Mm-hmm. Так, погнали продавать. Все неважно, какой курс. Нам уже, мне кажется, более чем достаточно всего вот этого. Все, можно не париться. Сразу же идти обратно. Надо, может, взять пару кур, там, их покормить. А, да, они любят кур. Так, кура! Ну что за свинота такая? Ну, скоро выгонять всех буду оттуда. Так, какие куры у нас тут? Ну каких-нибудь возьми, без разницы. Так, пошла прокачка, высокие стены и... как его, потолки. Воздушная сеть. Достаточно. Вот. Идите, тусите. Так, а нате, поешьте. Ну, хотя бы чуть-чуть ну, курочки, да. да. Ну, пофигу на эти... Да-да-да, пойдем. Пусть мы живут. Потом их это все и то не факт. Возможно, когда-то потом придется начинать все заново. Сейчас поспим до ночи, чтобы появились товарищи. Фосфорные. Да, и нужно как раз дождаться, как у нас вырастет эта клубничка. Собственно, она нам тоже нужна будет, чтобы mm-hmm. как раз накормить и сразу получить. Клубничка, вот. К счастью, выросла. И нужно будет набрать для прокачки. Я не помню, по-моему, 10 штук. 10 штук, да, надо. Так, то есть 4. Это... Ну, может, чем-то еще их накормим. Они, получается, фрукты. А у нас любят. Хватит. Ровно 10. Идеально. Все, супер. Такс. Ночью здесь, естественно, красиво. Надо... Угу, выход у нас здесь. Еще письмо вышло, да, но да. фиг с ним, как добывать. Говорится. Так, у нас вообще еще нужно сориентироваться, какой потом остров. Остров у нас... Где мы не были? Вот сюда вот нужно будет попасть. Были, да. Наверх. Хорошо. Вот так, они вот они поперлись. Уже. Нате, жуйте давайте, ребята. Так, так, пошло. О, два. А так как любимая еда еще быстрее да, будет. Да, точно. Тогда даже 10 не давайте, надо. Жрите. Потолкнул. Так, это ушел, товарищ. Так. Ой. Ну, кстати, у нас пещерная карта отлично подошла бы для их обуздания. Да, грот у нас есть. Блин, они сейчас не нажрут тут? Ну, я сейчас тогда подальше пойду. О, а ну ты ему он... можешь все равно клубничку дать. Давай, 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 ну кушай. Какой он? Обычно ртом едят, не джопой. Ну ты прик... Тугой. Ладно, пойдем искать других. Сейчас. Жуй. Понятно. С этим работы... Так, ладно. Да что так. они какие вредные. Они... А он типа наелся, он плорт съел и наелся. Думаешь, плорт считается, мне кажется. Вот сейчас он съест. Ну давай, давай, давай. Ну вот сейчас-то ты съел? Да нет, пойдем. Тяжелый случай. Вот, во, смотри, вот сколько это... здесь. Вон, они как раз голодные. Хочет, да.
Давай сейчас накидаем. Давай, кушай, пожалуйста. Давай два сразу же. Ну, правда, нам другой выдаст. Так, ну один ты есть, самое главное. Вот еще. Все, шесть. И там, и еще там четыре. Может, еще было, Миш. Да там же вон еще есть. Так, съел. Любимая еда, сразу же два. Итак, еще два. И нам еще, да, обязательно надо. Давай сразу же вот так выкинем. Кто-нибудь съест. Так, он съел. Так, ладно, он съел не клубничку. Так. Ну где-то явно здесь, ну, есть. Давайте, блин, ваш. Так, ну все, достаточно. А ты проваливай куда-нибудь. Все, пойдем прокачивать. Так, да, сразу же. Тут уже цыплят жрут, все подряд. Короче, я вроде на базу. Угу, на базу. Я только вот не помню, нам денег надо или нет на прокачку джетпака. А, 500 зачем? Может, надо было вот здесь набрать какие-то. Да у нас еще ЭП, там... Ну, окей. Собирай, не пересобирай. Вот у этих товарищей. Мы, правда, никого сейчас не кормим. Ой, ты, кстати, засосал кого-то. А почему? Вот, все пошло. Никого я не засасывал. Мне только вот эта нужна была штука. Вот это еще. У тебя места нету. Так, эти все жрать хотят. С одной стороны, покормить бы товарищей. Морем, голодом, правда. Вообще, пожалуйста. Они на диете. Так, пошло. Вот это хорошая штука. Все, на прокачку должно хватить. Так. Так что мы ей займемся сейчас. Это надо, нужно, значит, сюда, да? Да. Так, и пошло-поехало. Это у нас... Джетпак. Джек-как. Все. Да, ура. Видишь, сколько денежки надо было? 450. О, наконец-то. Ура! Все. Некоторые места теперь нам будут, ура, доступны. И... Не знаю, конечно, там в плане энергии, что у нас как. Ну, 150 у нас вообще-то энергии, в принципе, хорошая штука. Ну, хватит, да, вон можно что-то насобирать. Да вот надо бы покормить некоторых товарищей. Чтобы свекла они, у нас, чтобы... эти, по-моему, каменные любят, да, если я не ошибаюсь. Каменистые, да. Ну, да, естественно, я и их имею в виду. Так что жуйте, товарищи. Так, эти любят фрукты. Ну, да, морковь они тоже едят. Так, овощи, мясо. Пусть жуют, хоть я не так знаю, там хватит, кому не хватит, жуйте. Так, вот эти... Вот эти буяни, ты... Ого, а чё как резко, погоди, стой. А это цыпчики подросли. Жесть. Так, ну ладно, в облако пусть это вылетает. Кто там мясо-то полюбил у нас еще? Так, овощи, фрукты. Ну вот эти любят, вроде. Так, мясо, овощи. Тоже мясо. Ой, да-да-да. Пусть жуют. Вот с этими надо бы что-то... ну, они у нас любят, собственно... Так, они, да, фрукты... Буянят просто. Фрукты. А фруктов-то и нету. К сожалению, никаких. Ребята, значит, мясом будем сейчас их кормить, да? Что ли? Ну, хотя они еще... Так, что у нас выпало? Так, ну давайте. Вон этих синих чайчик полно. Петуха не будем. Там что-то нам говорили, ребята, следить, там старые петухи, если можно их скормить. Вон один старый петух. Ну да, кстати, вот. Кукурику, давай. Старый, держи. Все, прощай. Так, ладно, получается, у нас все есть для того, чтобы отправиться на новую территорию. Сейчас мы туда и отправимся. О, рискнем. Ты думаешь, у тебя получится? Ну, я думаю, что 150... Ну, умру, так мне терять нечего. Я еще даже ни разу не умирал в этой игре. Ну, вообще изи, я могу сказать. Ой, джетпак, да, теперь... супер, теперь сокращенка. Ух. Я сразу же сейчас к этой штуке полечу. Давай, струя нас бобра. Так, это вот нам сюда и надо. Как теперь с джетпаком вообще? Ну да, теперь гораздо удобнее. Тем более есть какие-то другие скрытые места. Да-да-да. Так, новая территория. Опа, опа. Это оно, да? Это да. Оно. Так, мы сюда один раз заглядывали. Ну да, случайно было. Одним глазком. Ну, так, ну тут очень много розовых. Ну, пока что да, но погоди еще. Может быть, дальше будет что-то интересное. Но теперь, кстати, мы сможем, если что, в недоступных местах достать карты, о, как интересно. Так, это были водяные, по-моему, там. Угу. Карта такая какая-то очень многоуровневая, если честно. Так, здесь тоже струя бобра. Вон телевизор. Лор у нас, ну, здесь это есть. Это я не знаю. Ой, да и да, сейчас. Вон, вот, смотри, карта, наконец-то. Это хорошо. Так, скалистый. Можно, наверное, большой скалистый, катаскалистый. Смешанный, да. Сейчас... О, кстати, у новой редька, походу, была. Это. Так, открываем карту. Частичка, ура, открыта. Она такая осенняя. Плюс, кстати, какой-то маленький остров, который, да, только... Да, небольшой островочек. С джетпаком можно достать. И вот сюда можно, кстати, вот подлететь наверх. Вот, ну, через вот этот я просто фонтанчик жду, пока... Угу.
Блин, жалко он. Ну, кстати, сейчас мы вот так сделаем. А. Хитро. Да-да-да. Так, никого пока новых абсолютно не вижу. Города не вижу. Куда мы зашли? Зашли далеко. Территушку. Да. Так, ладно, можно ускоряться, посмотреть, что у нас здесь тоже есть. Так, это все ночные. Так, пещера. Никаких материалов ресурсов я не вижу. А вот этот? Нет? Нет. Это все грибы какие-то. Так, вот это что-то уже... Вау! О, летучие мыши. Летучие мыши. Вау, вот это классно. Так, сразу забираю. Не топырек, класс. Слайм какой-то. А что он любит? Фрукты жаждет. Где-то фрукты. Ну-ка, почитаю, какие фрукты? Да любые. Нет, любимые имеется в виду. Какой-то... Так... Камушек. Петушочек. Такс. Ну давай возьмем несколько с собой. Ну да, побольше можно взять. Унесло. Так, давай иди сюда. Ну, короче, красавцы. Прикольные. Красавцы. Таких я не помню. Ой, лагануло. Хотя вроде это не страшная вода, да? Я не знаю. А это жидкие капельки. Да. Лужица слайм. Слайм. Надо их тоже вот, взять. Вот, кстати, вот эта ягода. А, нет, это стоит... Да, а можно еще, наверное, здесь, вон они, да. Их тоже, наверное, надо в какой-то специальный бассейн. А, водичку, да. Так, где-то тут уже злые у нас поперли. Так, вот здесь я не факт, что подлечу. Вот тут отсюда надо попробовать. Кстати, аккуратно, я был на грани, я не знал, что здесь край. Так, он здесь... Жесть. О, кстати, гордо. Да. Давай сюда капля. А вон ресурс еще какой-то. Так, тут надо максимально аккуратно. Про нефть, да, всего два. Всё. Ой, какой красавец. Так, сейчас только тут надо отойти подальше. Какой-то он это интересный, кристальный. Сейчас пытаюсь его сфотографировать. Овощами можно накормить, товарищ. Ага. Ну, я не знаю, нормально, достаточно его. А он, наверное, тоже какой-то открывает портальчик или что. Так, у нас до сих пор нет пшикалки воды, кстати. А, мне кажется, никакого портальчика он не дает, он просто... Хотя он струю бобра здесь дает. А, он явно... да, и чтобы ты, типа, подлетел наверх. Так, овощами. То есть, в принципе, морковью можно кормить. Так, лава. Вау. Здесь жарковато. Значит, там эти, наверное, блин, будут. Карту либо хотел какие-нибудь бум-слаймы, или как-то да, они кстати, там были. Да, кстати, либо, может, какие-нибудь огненные. Ой, ножки я только сейчас заметил. Так... Вары, как обычно. Так, блин, мы здесь, по-моему, были. А, да, это вот они сожрали всех, кто здесь был. Ну, что ты поделаешь, теперь бывает и такое. Так, это мы как раз здесь были. Вот зато не были в той стороне, да, вот там. Да. Вот туда и отправимся. Так, морковку-то можно, наверное, это... Собрать. Ну да, всю, которую видим. Ничего себе у вас тут... Ну что, пацаны? Офигели. Тут немало. Так... Это новая локация, здесь опасная. Опасные, о, злобные. Рез какой-то интересный. Ух ты! Вау. О! Но это скрещенные. Да. Они, Миш, не рады тебя видеть. А ты не можешь это собрать. Да, не могу взять. Ну, даже не знаю, что сделать. Сейчас. Это лавовый пепел. Жалко, здесь нет этой отправки. Да. Сюда блин, надо несколько раз. Здесь, так, а, ну слушай, прям... погоди, давай мы. Опа, она. Вот это как раз эти стандартные, которые взрываются. Бум-слаймы, да. Бум-слаймы, да. Он, видно, злобные сволочи. И опасные. Ё-моё. Надо аккуратно. Ой, вон еще рез. Да, вот лучше тогда его собрать. Тихо. Спокойно. Какой злой. Вообще, они не рады тебя здесь видеть. Ё-моё. Здесь еще локация... Они такие, вы кто такие? Мы вас не звали. Ё-моё. Жесть, а как... Миш, что-то мне кажется... Вон струя бобра, сейчас. И вон еще ресурс. Да, возьмем ресурс. И попробовать на струю бобра. Струя бобра нам сейчас... Так, сейчас. Это вот этот еще у нас тут. Так, струя бобра, помогай. А куда? Вот сюда, наверное. О, летающие, смотри, они вон как. Да, они высоко, кстати. Прикольно. Так, мы, наверное, сюда давай можем. Давай сюда, реально. Сейчас мы газу чуть подождем. Струя еще вот туда, наверное, туда. И там тоже что-то есть. В принципе, тоже можно посмотреть. Так, попробуем пробраться. Так, вроде как получилось. О! Так, нет, никого. Ой, о! Это огненные. А, Миш, как... нет. Ну ладно, в принципе, зато можем посмотреть. Вау. Только... Слушай, это не бум-слайм, это прям именно какой-то огненный. Ну вот как это, раньше нужно были, ну как вот там, место для пепла-то, помнишь? Да. Ё-моё, какие они.
страшные. Так, тоже опасное местечко. Вот сюда, кстати, можно. По пальмам. Слушайте, мы тут высоковато. Я все время так раньше лазила. Так, а отсюда можно осмотреть, куда нам идти, где вон... мы не были. А, это пепел. Вон там, кстати, капсула, вон карта. Ой, да, карта открывается. В принципе. Туда можно долететь. Так. Сейчас. Так, аккуратно. Давайте тогда разблокируем. Средняя пальма. Ну, что, будет средняя пальма. Ну, в принципе, я готов. Упал, ну так ладно, упал. Ничего. А, вот и, кстати, еще один слайм. Этот как раз. Бум слайм. Да. О, какие красавцы. Ну, они были в первой части. Да, абсолютно. Ну, просто посмотреть, как их сделали тут. Так, ладно, попробую карту все-таки. Может, надо куда-то... А, вот. Вот струя бобра. Сейчас. Сейчас, стой. Ты прям встань четко Всё, на нее. И, наверное, надо вот сюда смотреть. Погоди. Вот она здесь. Смотреть будем сюда. Вот эти нам объяснили, ребята, что это за товарищи. Это тоже слаймы ночью. Которые, да, по ночам оживают. Так, здесь 24 этих. Тут еще вот эта пещера. Так, это тупик. И это тут мы здесь еще были, не нашли карту. Так, тут еще выше что-то. Ага, бжилка. Ну, бжилка мне не дана. Так, тут вот я здесь не мы знаю, еще. Либо попытаться, конечно, как-то ресурсы перенести. Да, ресурсы нужно будет переносить. И новых слаймов, потому что у нас даже, вот если мы сейчас что-то найдем, у нас даже места нет. Ну это да. У нас вот еще капсула, кстати. Капсула и ресурс. Мы, кстати, впервые такое большое количество ресурсов набрали. Да. Что у нас здесь-то хотя бы? Бассейн. Ну это все. А, и то есть вот он открывается, и теперь можно там хранить вот этих огненных слаймов. А, точно. То есть, если ты это не открыл. Это даже не декор. Так, Миш, все нормально. Все. Ой, капец, ты, конечно, рисковый парень. Нормально. Так, три штуки сразу же. Еще три штуки. Шикарно у нас это. Я не знаю только, куда они пойдут, на какую прокачку, ну, собственно, не важно. Фрукты все ну, те же, да? У нас, нам да. бы хорошо еще, знаешь, что, найти фрукты, вот которые тут эти любят. Ну, Миша, а у тебя места нет, даже если ты найдешь. Так, вон камушек. Поэтому. Ну, вроде такого чего-то нового сверх мы не видим в плане, ну, того, что уже видели сейчас. Прикольно, я на них присел, они на меня вообще тут атаковали. Мне кажется, надо реально до дома сходить. Вон сейчас уж, ну просто меня смотрит какая-то пещера, я не могу мимо пройти. Так, котики. Это клубничка, да? Да, кстати, непривычно здесь котик. Он видно. Мё- да, мёд да, мёд да. Ну а куда его? Типа того? Что-то типа того. Слушай, таких пещер мы еще не видели. Здесь музыка еще какая-то приключенческая прям. Опа. Такс. Вот это прикол. Закрыто. Видать, какая-то нужна будет приколюха тут. Либо стой, а где мы находимся? Не топырек города. Слушай, там что-то внутри. Вау. Там точно это есть... вот этот огромный, огромная летучая мышь. Да, ну вот только странно, как это все... Это с другой стороны, наверное, так, надо. По карте оно... Либо... Да, с другой стороны. И причем мы тут уже были, то есть вот здесь зайти. И так. Он у тебя, кстати, на карте отметился. Тогда, да, кстати, а тут что, это не ресурс? Нет, не нет. Ресурс. Короче, нужно чапать домой, это явно. О, ресурс, но... Да, но мы не сможем его сейчас собрать. Жестко бахнуло, так жесть, скажем. Они злобные. Так, это вот как раз та пещера, с которой... Ну, а смысл нам сейчас сюда идти? Мы лучше по краешку потихоньку домой пойдем. А мы здесь были? Да, здесь... это были. С другого ракурса. Это невидимый или... Нет, не показалось. Действительно невидимый. Ну, эти же бывают охотники. Ага, вот это что? А, нет, все понятно. Ладно, бежим домой. Мы дома, и пора посмотреть, что за новые ресурсы можно было да. бы улучшить или построить. Так, где оно вообще используется? Здесь пока даже такого-то и не видно, ну... если честно. Вот, лавовый пепел. Ага, защита отсеков. То есть, слушай, нам не хватает, на самом деле, только плорт охотника и кристальный плорт. Ну, в принципе, то есть, что... А для чего это уж... здесь бум, кстати, скороходы. Это для защиты. Ага. Защита отсеков.
Расширитель, кстати, вполне тоже... А, лучистый. Ну, собственно, понятно. Фиг с ним. И вот как раз мы видели вот эту фиговину. Штуку. Вот и она как раз и тут еще используется. Еще и про нефть нужно, да, и плор. Но, в принципе, оно все понятно. А, слушай, погодите, а жиденьких мы пока, наверное, тоже не можем, да, куда-то загонять? А я не знаю. То есть надо это... посмотреть, вот, может быть... Так, заблудился немножечко. Все на месте. Где-нибудь открытую ячейку посмотреть с постройками. И это куда-то в другую карту придется идти. Так, вот здесь еще что-то есть. А это закрытое. Да. Вот стой, а что это за... Арочная терраса. Это вот одна из самых крупных, где еще какой-то может, дополнительный... Может, там водичка как раз есть. В общем, ладно, накопили. Деньги. Покупаем. Смотреть хотя бы что тут. Ну, конечно, как же можно пропустить такое. Тем более, мне кажется, это одна из самых симпатичных территорий. Ой, довольно открытая и удобная, на самом деле, локация. Тут уже вон что-то растет, небольшие посевчики есть. Ну да. Но, кстати, ничего с водой вот нету, как раньше были. Мини-остров и для чего? Или где вот он тут находится? Да, вот здесь сейчас, за этой стенкой. Так, хороший вот вопрос. Тут остров. Сейчас я поднакоплю газиков. Для чего? Ага, ну понятно. А, здесь лор. Ну, давайте прочитаем. Кто? Давай. Когда это произошло, паника бросала меня из стороны в сторону по оранжерее. В голове крутились мысли о том, что же пошло не так, в чем моя оплошность. Не покидало чувство вины и осознание, что где-то закралась ошибка. Ноги сами принесли меня в эти руины, истощив все мои силы. Их хватило лишь, чтобы привалиться к стене. Камни были так неколебимы и холодны, что казалось, я ощущаю какую-то тяжесть истории. А, какую тяжесть истории они несут на себе. По одной из трещин в стене полз крошечный жучок, и вдруг он проскользнул внутрь и исчез. Он прошел сквозь эти древние камни так, будто это был лишь туман. Тогда-то все и стало понятно. Ничего не понятно. Очень интересно. Ну нифига не понятно. Так, можно тоже пролезть. Тут и ресурс, но это... Ну точнее не руда, а ну вы поняли. Так, летающих-то, наверное, лучше всего в пещеру, да, засовывать. Да-да-да, но я, если честно, думала, что здесь будет какой-нибудь реально там фонтанчик или чё. Вот, вот, смотри, вот испепелитель, можем, да? Этот, а это что такое? Это тут хранилище, Силос. Мы даже не покупали ни разу. А вот сюда водичку. 450. Купим, посмотрим. Да, давай. И вот так. Сюда можно вот этих. Еще одного. Вот они, диета вода. Ну да. И все, вот и они надавали сразу же. Прикольно. Ну вот разобрались с ними. Классно у них еще так выглядит, бассейн. Да. Ну, я не знаю, мне кажется, что на этом можно пока закончить. Карты мы посмотрели все, острова посмотрели. Будем ждать кооператив. В общем, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.